Во дворе улиц Седова и Шелгунова я увидел серого котика. У меня были с собой пакетики кошачьего корма Felix. Я решил покормить его. Второму коту корма досталось совсем мало, поэтому я его покормил отдельно. Ну вот, котики наелись, довольные, резвятся. В соседнем дворе я увидел рыжего кота. Он был очень пугливым, я положил корм и отошел на несколько метров. И кот стал осторожно приближаться к еде.